Так, ушел, блин, буквально, не знаю, на 1,5 или 2 часа. Вернулся и уже трындец. Так, на Дневках подходит цена. Тут на часовом далеко, тут далеко, тут ничего, тут подходит. На часовой перейду, посмотрю, что там. А вот это вообще жесть. Хотел, короче, улетело, блин. Ну, и тут так же самое. Ну, трындец просто, блин. Короче, понедельники мне вечно мозги выносят своим движением. То он ползет, этот вечно понедельник, то, блин, рванет куда-то, блин. И даже захода толком нету. Что тут, что тут. Свеча жахнула и улетела. Ну, все. Так что, ну, есть еще две валютные пары, которые рассматриваю с возможным. Первая — евро-британец, и так, еще какая у меня была. А вот это британец-швейцарец. Ну, я думаю, что Кнайшайн, блин. Хрен его знает. Может быть, может быть и нет. Скорее всего, даже не сегодня, а завтра. А здесь та же самая фигня. Ну ладно, в общем, ждем. Ничего не поделать. Наша задача — выжидать, как снайпер. Будет сигнал, будем стрелять. А пока пауза, будем высиживать. Так, вот и спустя еще час пошел откат. В общем, возможно, будет возможность зайти все же там, где я и хотел. Не придется еще долго ждать. Ну, относительно долго, конечно. В общем, ждем сигнал и входим. Войду, наверное, естественно, войду по той, которая будет сигнал. Хотелось бы войти по вот этой валютной паре — британец, новозеландец, потому что она более волатильная, чем британец-канадец. Можно посмотреть, вот сколько у нас тут. В пятницу он тут прошел 1344 пипса, а этот прошел 1950. То есть у него потенциал ухода намного лучше. А, подожди, я не то смотрю вообще, что я смотрю сегодня тут. Вот, вообще, пятница. 2400. Так что, ну, это падение, а откат у нас 1879. Здесь также самый откат у нас 1300, даже 60. Ну, все. Однозначно, вот этот лучше будет инструмент. Так что ладно, все, пока. Так, я там сразу не посмотрел. На 5-минутном у меня уже есть сигнал, так что я вошел в рынок. Сразу по двум. По этой, так что, в принципе. Стоп, сейчас мы куда-нибудь закинем. Так, ну, маленький стоп у меня, конечно, но... Ну, потом пока сюда поставим, там будет видно, что куда. Такая вот фигня. Да, вообще, там, может, можно и побольше дать.
Стоп, стоп, стоп. Я не, вы не думайте, я не торгую по вот этим каналам, ну, как это, блин, канальные всякие. Просто как бы уровень сопротивления, где, скорее всего, могут быть скопления каких-нибудь игроков, кто-то будет выставлять. Но, как правило, я вообще не обращаю внимания на эти каналы. Это просто как ближайшие уровни сопротивления, где, скорее всего, лучше выйти. То есть я выйду максимально на ближайшем уровне, потому что цена может развернуться в любой момент. Тут вот, а тут вообще идеально сразу стало, что цена как раз вот до этого уровня может долететь, как раз сокнется, а там или пробьет, или опять отлетит. Ну там уже сигнал надо смотреть снова. Ну пока что сидим, ждем, что будет дальше, продолжим чуть позже. Так вот, полетели, полетели, и я думаю, сейчас будем и катапультировать. Вот так. Вы, наверное, спросите, почему я не досидел до своего тейк-профита, который выставлял. Ну, все как я говорил раньше, что мой приоритет — ближайший уровень. Ну и плюс мне нравится получать прибыль, а не убытки. Конечно, у меня соотношение к риску, риска к прибыли сегодня однозначно неадекватная, но я все делаю сейчас по-быстрому, потому как эта неделя у меня последняя, потому как я уеду в Америку. Когда я дальше буду снимать видео, я не знаю, может, я еще на этой неделе найду идеальные точки входа. Сегодня как бы не совсем идеальная точка входа у меня была, поэтому это тоже одна из причин. То есть, вот если бы у меня вот здесь на уровне с самого начала была точка входа, и цена подползала к нему, то намного надежнее было бы просто на вот этой вот свече, которая стрельнула и не дала зайти тупо. Опять же таки, она вон выскочила прямо на уровне. Сейчас цена может валиться, нифиг делать. Так, и что касается следующих. Так, у меня вот еще раз, еще две валютные пары в приоритете, чтобы выходить. Ну, я не знаю, дойдет сегодня, нет. То есть вот, британец-австралиец, британец-японец. Их можно будет продавать, если будет сигнал. И еще у меня какие еще две были. Так, вот британец-швейцарец. Вот это еще пока колбасит его. Можно будет купить. Так, это тоже в приоритете. Еще какой у меня был. Так, еще евро-британец был на продажу. Ну, но это скорее всего завтра. Хотя, кто знает, может и сегодня. В общем, так вот. Главная миссия — показательное видео сделано, прибыль сделана, чтобы конкретно видели, что система работает. Кто сомневается, это ваше дело. Вот есть конкретно статистика. Так. Вот тут у нас прибыли. Так, подожди-ка. Вот вверху. Две зафиксил. И хватит. Можно, конечно, еще сидеть. Но не хочу я просто уже в лом сидеть, ждать. Будем другими делами заниматься. Будет дальше сигнал, и завтра, скорее всего, запишу новое видео. Надеюсь, что на этой неделе у меня еще будут точки входа. Ну, а потом уже, не знаю, когда получится.
Получится с Америки снять что-то. Сниму с Америки и скину. Заодно, может, видео сниму. Что-нибудь. Майами покажу вам. Ну ладно. Все, до связи. Всем пока.